дурак, что ли? И все они смертельны. Я знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делает столь простым и легким, но запутывается до невозможности. Этот зон. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами знаем.